День государственного флага, который ежегодно отмечается в нашей стране в конце лета, 22 августа, отпраздновали и в городском округе Щелково. Представители партии «Единая Россия» совместно с активистами движения «Молодая гвардия», а также всеми желающими местными жителями сначала выстроились в два ряда, развернув перед собой огромное полотно с триколором. После все участники мероприятия провели автопробег, проехавшись на машинах с флагами. Сегодня у нас принимает участие порядка 10 машин. Сегодня у нас маршрут от Гран-Плазы до парка. Я очень надеюсь, что каждый человек, который нас увидит, немножечко обрадуется, поднимется настроение и общий патриотизм. Российский флаг – это неизменный символ единства нашей огромной и многонациональной страны. День государственного флага по традиции отмечают по всей России, проводя тематические праздничные мероприятия. Мария Буржинская, Александр Ожевский, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.